Итак, мы в 2025 году. Интересно, какой стала наша компания? Знаете, спустя 10 лет многое поменялось. Но люди все так же, по-прежнему не представляют свою жизнь без телевидения. И наша компания идет в ногу со временем. У нас появилось собственное телевидение – Coral TV. Так как наши многомиллионные организации не способны поместиться ни в один зал на планете Земля. Масштабы его трансляции поражают воображение. Это канал, который вещает на 5 континентах и говорит на языке, понятном каждому. Давайте посмотрим самые актуальные новости Coral Club из будущего. Сейчас с нами на связи находится партнер компании Наталья Симонова из Австралии. Ура! Ура! Дорогие друзья, мы находимся сейчас в столице Австралии, в Камберре. Замечательный, потрясающий город. И здесь, в столице, проходит финальный тур. Финал. Измени себя. Coral Club. Вы знаете, вот прошло 10 лет. Я помню, как это все начиналось. Потому что я сама была участницей первого конкурса «Измени себя». И этот конкурс, вы знаете, он стал сейчас мировым конкурсом. И в компанию «Коралловый клуб» сейчас люди приходят через конкурс, потому что этот конкурс просто захлестнул волной страны, континенты. Потому что именно на ваши результаты, которые вы получили тогда, 10 лет назад, пришли новые люди. И в настоящее время компания Coral Club – это лидер сетевой индустрии, это мощный лидер. Компания объединила потрясающих, новых, зажигательных, ярких людей со всего мира. И сейчас быть членом Coral Club – это просто престижно, потому что здесь эксклюзивное общение. Уникальные люди, знаменитые люди пришли в Коралловый клуб, а общение с ними дорогого стоит. И я очень счастлива, что тогда, 10 лет назад, я стояла вот здесь, как сейчас стою здесь, в Камберре, я стояла в Москве на сцене. И я сказала людям, измените свою жизнь. Измените свою жизнь. Примите решение сегодня, здесь и сейчас. И они услышали меня. И они решили изменить свою жизнь ради своих детей и внуков. Они начали делать, делать, делать. И вот результат. Сейчас прошло 10 лет. И эти люди, те, которые делали в классных, новых квалификациях здесь, серебряных, золотых, платиновых, звездных мастеров, здесь, в зале, им аплодисменты за их действия. Полностью изменилась их жизнь. Ребята, полностью изменилась ваша жизнь. И сегодня необычный день. Сегодня мы подводим финал. И у нас генеральный спонсор, знаете, кто? Компания «Коралловый клуб».
И победителем нашего конкурса «Измени себя» Coral Club. Гениальный, потрясающий подарок. Кругосветное путешествие по офисам продаж Кораллового клуба. Они посетят Францию, Англию, Испанию, Румынию, Германию, все континенты мира. Аплодисменты – это наша перспектива, наши мечты осуществились. И сейчас о нас знают во всех странах, во всех континентах. Это потому, что произошло тогда, 10 лет назад. 10 лет назад те люди, которые сидели в 2015 году, сказали себе «да, да, да» своей мечте. И они пошли. И они не предали свою мечту. Они пошли и достигли успеха. И этот успех именно ваш успех. Ребята, у меня сегодня необычная для вас новость. Вы знаете, совсем недавно компания «Коралловый клуб» занесена в книгу рекордов Гиннесса. По всему миру прошли конкурсы «Измени себя». Они волной прокатились и объединили море людей. И люди начали танцевать, петь, радоваться жизни. Они начали танцевать. Танец, который называется «Биг Коралл». И поэтому, благодаря этому танцу, мы попали в книгу рекордов Гиннесса. И сегодня у вас уникальная возможность. Этого еще никогда не было. Этого никогда не было. Никогда и нигде. Потому что именно сейчас у нас у всех уникальная возможность. Вы все будете участниками нового рекорда Гиннесса. Мы станцуем танец онлайн. Друзья, встаем и будем танцевать. Все легко и просто. Повторяем за мной. Раз, раз. Зафиксирован новый рекорд. Друзья, я счастлива, что тогда, 10 лет назад, вы услышали нас, вы услышали лидеров, тех, которые выступали в течение 2 дней, делились своими историями, раскрывали свою душу, отдавали себя. Вы услышали и решили состояться. И вы, наконец-то, те, кто принял решение тогда, 10 лет назад, вы получили свободу. We'll be right back.
приветствую вас из Соединенных Штатов Америки. У нас только что прошло событие. Вы знаете, абсолютно фантастическое и потрясающее. Кстати, вы заметили, Наталья за 10 лет практически не изменилась. Как работает продукт, да, и по-прежнему танцует, как и 10 лет назад. Мы уже не помещаемся, все коралловцы в одной стране, на одном континенте. У нас свое событие в Америке. Вот, как всегда, приехал президент Соединенных Штатов Америки поблагодарить нас. Вот. У них, как всегда, тяжелая экономическая ситуация. Он благодарил нас за то, что мы предоставляем работу людям, которые потеряли ее. Но самое главное, за то, что мы поддерживаем дух предпринимательства в людях. Вы знаете, на родине этого бизнеса я сидел, и меня переполняло чувство любви и благодарности. Любви и благодарности к себе. Вот. Благодарности к себе, потому что 10 лет назад, вы знаете, я услышал удивительную информацию, которая меня переполняла. Переполнила меня, я сказал, я занимаюсь не просто бизнесом, я занимаюсь не просто зарабатыванием денег, я занимаюсь делом, которое останется после меня, которое будет за пределами даже сетевого маркетинга. Я узнал о том, что когда случилась трагедия, 10 лет назад случилась трагедия в Японии с атомной электростанцией, огромное количество людей были вынуждены уехать и потеряли свою работу. Им не на что было содержать свои семьи. И только сетевики, переехав в другой город, в принципе, обрадовались тому, что есть новый рынок и можно работать. Я узнал о том, что застарелый конфликт Турции и Кипра в общем-то не перерастает ни во что ужасное по одной причине, что у сетевиков Турции есть организация на Кипре, и у киприотов есть организация в Турции. Я сидел и думал на событии сейчас в Америке о том, что, вы знаете, это забавно, всегда идея, вы все прекрасно знаете, идея переживает несколько этапов. Первое – это когда в нее никто не верит, потом, когда ее высмеивают, потом, собственно говоря, все понимают, ну да, вот, а вот она, собственно говоря, осуществлена и работает. Ну и будет четвертый этап, когда кто же этого не знал. Надеюсь, он никогда не наступит, и мы всех не перепишем, вот. Останутся люди, которые будут не знать о том, что такое сетевой маркетинг, но я абсолютно уверен, что 10 лет спустя сетевой маркетинг займет абсолютно достойнейшее место в умах людей, даже которые им не занимаются. Потому что кроме духа предпринимательства, он принес в этот мир огромное отношение людей, другое отношение людей к продукции, к услугам, к людям. И я думаю, что через 10 лет этого станет только больше, глубже и мощнее. И я сидел, и меня, еще раз говорю, переполняло чувство любви и благодарности к себе и к людям за то, что я когда-то в свое время принял для себя решение заниматься этим бизнесом. Бизнесом, которым можно заниматься в любой стране. Можно поговорить с человеком, и если ему это интересно, рассказать ему. И человек, который никогда не знал о вашем существовании, станет вашим другом. И таких друзей у вас будет тысячи. Я сидел, почему? У меня тысячи. Я понимал, что у каждого человека, который сейчас приходит, будет тысячи и тысячи людей. И не просто друзей, а друзей, в изменении жизни которых вы участвовали. И не важна национальность, не важно вероисповедание, не важен пол, образование. Где еще это происходит? В каком бизнесе? Не важно, какое у вас образование. В каком бизнесе не спрашивают ваш послужной список, и вам не обязательно присылать свое реноме? Волнует только то, что вы хотите, и то, что вы с собой несете, какие ценности вы с собой несете. Я испытывал огромную благодарность любви и огромную благодарность за то, что я выбрал именно «Коралловый клуб». Потому что это компания, которая с развитием технологий, с тем, что очень много коммуникаций происходит в современных технологиях, тем не менее оставило человеческое понимание того, что партнер находится после живого общения. Найти мы можем как угодно, с помощью телефона, с помощью любого общения, но партнер, человек, которому вы посвятите часть себя, найдется только после живого общения. И мы не будем собираться в интернете. Мы будем собираться пусть на разных континентах, но мы будем собираться в зале. Мы будем обниматься и не виртуально.
и разговаривать, и я буду видеть ваши глаза. Вот. Нас, кстати, ждет круиз. Вот. Как я уже говорил, нам мало одного корабля, нам нужно несколько кораблей, потому что будут корабли для лидеров, будут корабли для партнеров. Вот. Все лидеры на одном корабле не поместятся, вот. Поэтому их нужно будет как-то разделять. И вот нас ждет потрясающий круиз, на котором соберутся партнеры компании, все вы. Представляете, мы с вами встретимся через 10 лет. Вас не будут волновать деньги. Вас не будет волновать, на какие деньги учить ваших детей и как помочь своим родителям. И у вас будет огромное количество ваших друзей и партнеров, чью жизнь вы изменили, которые приедут с разных континентов, с разных стран. И вы будете стоять и точно так же, как и я, благодарить себя и любить себя за то, что когда-то вы выбрали эту индустрию. Любви вам и благодарности. Спасибо. На сцене, на связи с нами партнер компании Ирина Гейр. Азия. Конбанбао. Добрый вечер. Добрый вечер из Токио. Добрый вечер. Вы знаете, мое сердце полыхает, трепещет. Почему? Потому что только радость, только эмоции от зала в 20 тысяч человек. Вчера было открытие. На сцене стояли сотни лидеров нашей компании, десятки партнеров. И вы знаете, красной нитью проходила благодарность. Благодарность к продукту, продукту нашей компании. В конце прошлого столетия один очень большой мечтатель, Леонид Лап, увидев уникальный продукт, который, добавляя воду, несет ей жизнь, захотел донести это до миллионов людей всех континентов, всех стран. Встретив партнеров, появилась наша компания. Я не знаю, как вы, но я вспоминаю, что тогда еще люди не понимали, что вода может быть разной. Но вода должна быть правильной. Правильной для того, чтобы клетки нашего организма принимали ее. И, конечно же, продукция Coral Mine делает ее такой. Я помню, как нам приходилось на темнопольном микроскопе тысячам и тысячам людей показывать. Показывать, как, выпив стакан этой воды с нашими уникальными ферментами и лучшим антиоксидантом, через 20 минут меняется формула крови, реки жизни. И именно эта вода несет энергию, здоровье, профилактику. Эта вода наполняет энергией каждую клеточку. Именно благодаря нам миллионы людей во всем мире поняли, что вода – это сила, это жизнь, что вода – это время, что вода – это вечность. Вы знаете, я очень хорошо помню, как в далеком 2015 году мы очень радовались, что был продан первый пакетик миллиардный саше Coral Mine. Это было где-то 340 миллионов упаковок нашего продукта. Это было в далеком 2015 году. На сегодняшний день мы такие товарообороты делаем ежегодно. Почему? Потому что люди поняли. Поняли ценность, поняли важность. На Окинаве ходила легенда, что именно с моря Окинавы придет сокровище, которое принесет благодать людям всего мира. Наверное, Божье провидение дало этот продукт с Окинавы в руки нашей компании, нашего руководства. И мы действительно воплотили эти легенды, сделали их реальностью. Я очень хорошо помню, как у нас появились первые, помните, наши фирменные баночки, бутылочки, как мы ими гордились.
Кто помнит в этом зале тот далекий 15-й год? Это стало стильно, это стало модно. На сегодняшний день это просто культура, это просто образ жизни. Вы знаете, когда-то, очень давно Гиппократ сказал, что очень бы хорошо, чтобы еда была лекарством, а лекарство было едой. Вы знаете, благодаря нашей продукции мы действительно и эту гипотезу, вернее, этот постулат воплотили в жизнь. Насколько восхитительны наши коктейли, соки, чайные композиции, различные супербары. Но особенно, особенно понравились приправы. Наши приправы к различным блюдам, которые позволили в любой кухне мира действительно пищу сделать здоровой, несущей энергию и силу. Наша любимая книга рецептов с продукцией Кораллового клуба на сегодняшний день переведена на все языки мира, и она все время пополняется. А я помню, как нам удалось осуществить задачу за 10 на 10. Началось с того, что у нас появились паки. Помните, паки, которые очень удобны для питания на каждый день. Они учитывали особенности всех и женщин, и мужчин, и детей, людей, занимающихся активно спортом, людей преклонного возраста. И именно с помощью их мы вовлекли огромное количество людей. И они восприняли это как нормальную культуру питания и образа жизни. Благодаря всему тому, что мы принесли в этот мир миллионы рожденных здоровых детей, миллионы счастливых семей, потому что самая большая радость – это здоровый ребенок. Вы знаете, сколько нас, тех, помню, которые были в 15-м году, у нас внуки родились, потрясающие, здоровые, талантливые. И это счастье. Поэтому мое сердце трепещет радостью, восторгом. А вы помните, как мы радовались, что у нас появилось что-то, что позволяет вернуть чистоту нашему дому. И за это время... Как пополнился ассортимент, мы полностью ушли от всякой химии. В наших домах чистота, красота, сияние, и все это абсолютно натуральное, экологически чистое. Сейчас не помню, или 16-й, или 17-й год, когда у нас появилась новая космоцевтика. То, что было самым революционным, то, что вообще перевернуло представление о красоте, красоте самого большого органа нашей кожи. Как это изменило всех нас. У нас сейчас проходит огромное количество конкурсов. Мисс Красота, Кораллового клуба, Мистер Красавец. Самое интересное, вы знаете, говорить о размере талии уже не важно, потому что все действительно, питаясь прекрасно, выглядят потрясающе хорошо. У нас на конкурсе очень важным является биологический возраст. То, что восхищает, то, что позволяет действительно омолодить наш организм, вернуть ему энергию, молодость, красоту. Какое счастье, что тогда, в 2015 году, компания приняла курс на то, чтобы за 10 лет в 10 раз, за то, чтобы с помощью всех нас, тогда сидящих в зале, еще небольшом, потому что на фоне 20-тысячных стадионов это тогда нам казалось нереальным, но мы имели большую мечту. И на сегодняшний день поэтому это стало реальностью. Как хорошо, что тогда был взят курс на активное, бурное развитие. И этим воспользовались миллионы и миллионы людей. Азия благодарит. Благодарит тех далеких лидеров из России, которые первыми. Потом присоединилась Украина, Казахстан, страны Балтии, Молдова. Вот тех первых, которые... Поверили в большую мечту, которая тогда, когда надо было преодолевать невежество людей, не понимающих ценности воды, значимости питания, сделали, открыли дорогу и принесли это счастье, эту возможность на азиатский континент. Спасибо всем вам огромное. Спасибо за возможность быть здоровыми, сильными, красивыми и счастливыми. We'll be right back.
нами на связи из Москвы партнер компании Зинаида Деревьева. Дорогие друзья, на связи Москва! Здесь, на форуме 2025 года, собрались представители всего постсоветского пространства. И это не случайно. Именно здесь, когда-то, больше 25 лет тому назад, начала свою деятельность маленькая тогда, небольшая, немногочисленная, новая сетевая компания «Коралловый клуб». Именно здесь, Москва, Киев, Алматы, Рига, начинались первые дистрибьюторы, первые лидеры. Именно здесь зарождался тот клуб, который сейчас процветает во всем мире. Тогда, давно, мы услышали слова своего президента. Ребята, дружите. Вам экономически выгодно дружить. Пройдут годы, говорил он в далеком 2001-м, и ваши сети станут такими широкими географически, что вы не сможете клонироваться. Вам надо будет одновременно быть во многих городах, во многих странах. Мне тогда в 2001-м это казалось сказкой, но прошло совсем немного времени, всего 14 лет. И в 2015-м, я помню, в моей организации были люди уже более 20 стран. А сейчас прошло еще 10 лет. Посмотрите, какими широкими стали географически наши сети. У нас лидеры на разных континентах. И «Коралловый клуб» давно начал формировать и провозглашать свои ценности и цели. Именно здесь, на постсоветском пространстве, были сформулированы и озвучены наши принципы: честность, порядочность, отношение к человеку. И каждый раз мы видели, что это компания, в которой слова не расходятся с делами. Самое главное в нашей компании – это человек. За эти годы мы много раз убедились, все делается для нас, все делается для тех людей, которые являются членами «Кораллового клуба». Я помню, как в 2015 году я предложила на форуме компании в Москве особым образом всем, кто собирается стать успешными в «Коралловом клубе», отметить ночь с 30 июня на 1 июля. Я знаю, сколько часов осталось до 1 июля. Я с вожделением ждала тогда, когда же придет это число. И я предложила тогда всем участникам форума: ребята, давайте отметим приход новой эры «Кораллового клуба», как встречают Новый год. Давайте накроем столы. Давайте встретим во всем мире. Вот все мы будем знать, что в эту ночь мы все отмечаем начало новой жизни в «Коралловом клубе». И я знаю, что эта жизнь будет волшебной. Я предложила тогда такое, и очень многие воспользовались этим. Все, кто верит в промысел Божий, точно знают, что надо просто показать, что ты в это веришь. И все, кто не спал с 30 на 1, все, кто показали Вселенной, что ждет прихода этой новой жизни, все стали успешными. Дорогие друзья, мы, начав деятельность здесь, на территории бывшего Советского Союза, перешагнули в Западную Европу. Мы
перешагнули через океан. И мы несли туда не только свой продукт, мы несли свои ценности, мы несли чувство любви, дружбы, взаимовыручки, взаимопонимания. То, что ярко отличает «Коралловый клуб» на всем сетевом пространстве. Когда к нам приходили сетевики с большим опытом, они говорили: «Так не бывает, этого не может быть». Но мы доказали всему миру, что бывает, когда дружат и любят друг друга параллельные организации, когда безвозмездно помогает лидер людям других организаций, где бы он ни находился, когда мы открыты всему миру. Мне так и хочется сказать: «Коралловцы, Be Coral, всего мира, объединяйтесь!» Друзья, с нами на связи из Европы партнер компании Александр Подпорин. Дорогие друзья, сегодня необыкновенное событие. Для нас оно просто волшебное, необыкновенное, немножко проблемное для Европы, особенно для транспортной полиции, потому что те тысячи мерседесов с логотипами компании «Коралловый клуб», которые блокируют все перекрестки, даже для нас выделяют зеленые коридоры, но все равно это стало проблемой, как всегда, очередной год. Вот, но самое главное, что они, как всегда, идут нам навстречу, они рады нас приветствовать, потому что самые большие вливания от туризма именно в европейские страны сейчас приносят дистрибьюторы «Кораллового клуба», которые приезжают туда на отдых, которые устраивают свои семинары, которые делают вот те самые автопробеги. И знаете, сейчас как никогда актуальна фраза классиков: «Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения, передвижение по уникальным дорогам бизнеса». И сейчас мне вспоминается вот то самое начало, 2015 год, когда мы находились в зале и уже шел отсчет дней до введения вот той необыкновенной автопрограммы, которая привела вот всех нас к этому. И я помню ребят, которые тогда приходили, их надежды. И я помню, что случилось буквально через полгода, что случилось через год, когда те люди с захватом рассказывали о том, как однажды они приехали к своим родственникам на праздник. Именно к тем родственникам, которые давно уже считали их ненормальными. Именно к тем родственникам, которые когда-то старались их спасти, вытащить из секты «Коралловый клуб». Именно тех родственников и друзей, и знакомых, которые когда-то перестали отвечать на звонки, когда вы им хотели сделать очередное предложение. Именно тех родственников, которых вы когда-то так хотели осчастливить, так хотели им причинить добро, но они никак на это не соглашались. И вы вспоминаете их глаза, вспоминаете их реакцию и вспоминаете, как вы к этому готовились. Вы просто получили свой автомобиль. Причем вот тот самый первый автомобиль. Да, сейчас у тех людей, которые получали тогда только первые автомобили, сейчас у них уже высшие статусы, сейчас у них совершенно другие автомобили, но тот первый автомобиль, ту лапочку, ту зайчика, ту солнышко, того медвежонка, те эмоции, которые вызвала вот эта необыкновенная игрушка у вас, вот тот запах вы не забудете никогда. Вы никогда не забудете, как тот друг, с которым вы вместе выросли, но он не пошел за вами, который вам рассказывал, что у вас ничего не получится, и вы уже оставили его в покое, но не отказали себе в большой радости. Вы подъехали под его дом. В той квартире, где он живет уже много лет и до сих пор оттуда не переехал. Встали возле его старенького автомобильчика, достали телефонную трубку, набрали его номер и сказали: «Слушай, проезжал мимо тебя, давно не виделись, можешь на 5 минут спуститься?» И вы видели его глаза. И вы не стали ему чего рассказывать.
Мы просто поговорили, сели и уехали. Но буквально через несколько часов прозвенел звонок, и видите, он зачем-то вы ему понадобились. Еще когда-то вы ему звонили, он не брал телефон. Все поменялось. Все поменялось тогда, вот эти года, 2015, 2016 год. Вот те первые ласточки. И как необыкновенно происходило все дальше. И автопробег ежегодный, он сейчас не просто так происходит. Вот сейчас мы не могли вместить в одну колонну. Автопробег идет с разных сторон. И куда же он направляется? Он направляется в Барселону. Потому что в Барселоне находится самый большой стадион Nou Camp. И там практически 100 тысяч человек. Зрители, которые он может поместить там, там будет величайшее шоу. К сожалению, директора не могут попасть туда. К сожалению, серебряные, золотые, изумрудные уже не могут тоже попасть туда. Ну, нет таких залов, которые бы это вмещали. Там будут мастера и выше. Мастера и выше. Вы встретите своих партнеров, вы увидите радостные лица, вы поговорите с ними о тех этапах, которые проходили, вы поговорите о их падениях. Вы вспомните, как они разочаровывались. Вы вспомните, как они страдали от того, что не верят самые близкие люди. Вы вместе вспомните, улыбнетесь и почувствуете громадную гордость за то, что когда-то они не сдались. За то, что несмотря на кризисы, несмотря на изменения, несмотря на разные-разные разговоры, они делали шаги. Они делали шаги, они шли вперед, они не останавливались. И вот этот колоссальный стадион. И как ручейки стекаются в громадный океан, через разные города, через разные европейские страны едут автомобили Кораллового клуба. Это уже не те Мерседесы, которые мы получали когда-то. Почему? Потому что специально для компании Коралловый клуб первые разработки эко-мерседесов. Первые разработки эко-мерседесов, и кому как не таким стратегическим партнерам компания Мерседес предоставила право первыми ездить на подобных автомобилях. Вы вспоминаете те моменты, когда случилось вот то вот, даже не помнишь, когда для вас салон Мерседеса стал родным. Вы даже не помните, как вот, когда произошел тот момент, когда, заходя в своем городе в салон Мерседеса, все менеджеры вставались, двери закрываются на ключ, вам везут шампанское в ведерке. Потому что они же знают, вы же просто так не приходите. Это минимум 3-5 машин заказать, чтобы они пришли. А те ваши друзья, которые вот тоже проезжали, стоят, дверь закрыта, стоят под дверью, смотрят, что же там происходит. Стучатся. Мы приехали за Мерседесом, говорит, извините, у нас VIP-клиенты. Это Коралловый клуб, они всегда так приезжают. Я хочу пожелать вам вот сегодня с этого автопробега одну простую вещь. Чтобы у вас не просто в жизни была удача, было счастье. Я желаю вам, чтобы удача, успех, счастье стало неотъемлемой частью вашей жизни. Неотъемлемой. И каждый ваш шаг уже был удачным. И понимание того, что все уже на самом деле случилось когда-то, давно. В 2015 году в Москве, в зале, все случилось. Не все люди на тот момент понимали, что все уже случилось. Но были десятки, были сотни людей, которые точно знают, что вот тогда, в 2015 году, все произошло. И сегодня то, что у нас есть, уже никого не удивляет. Пусть когда-то это звучало как фантастика. На сегодняшний момент это абсолютная реальность. С нами на связи из Южной Америки партнер компании Марина Федоренко. Я
Я так счастлива говорить сегодня с вами. Как волны океанов охватывают материки и континентов, так волны событий Кораллового клуба переливаются из страны в страну. У нас уже континентальные мероприятия не могут поместиться ни в один зал. В каждой стране тысячные залы собирают приверженцев, самых последователей, самых влюбленных людей в коралловый мир. Вы знаете, я слушала своих партнеров из разных стран и разных континентов и вспоминала точно так же 2015 год. Помните тогда? Тогда мы перевернули историческую страницу. И все те люди, которые тогда сидели в зале, еще не понимали в тот момент, что именно они не просто свидетели истории, они те люди, которые пишут историю, новую историю, и не просто кораллового мира, историю всего мира пишут совершенно по-другому. И больше всего я вспоминаю даже не само событие, которое было фантастическим. Помните, какой был потрясающий зал? Какая была сцена? Помните, как впервые запел президент? Но я вспоминаю другое. Эти бешеные, сумасшедшие последующие 2 месяца. Это было что-то фантастическое. Мы так заглянули в будущее, так поверили в него, что, вернувшись, не осталось времени. Не осталось времени расстраиваться, если кто-то не слышит. Не осталось времени убеждать, уговаривать тех, кто не готов. Это было бешеное время. Каждый день новые, новые встречи, потому что впереди начало, начало новой эры, волна, первая волна. Это была историческая волна, потому что в ней принимали участие президент, совет директоров. Они дали сумасшедший толчок всем нам. И тогда сколько новых людей каждый себя вдруг увидел тем, кем стал сегодня, тем человеком, благодаря которому десятки, сотни людей появились здесь, и не просто людей. Десятки топ-лидеров компании за вами, за вашими плечами. Они звонят из разных стран мира. Они рассказывают о своих событиях. У вас голова кружится, и настольной книгой стал «Атлас мира». Эти два месяца. Я помню, когда разговаривала с ребятами, они приехали тогда на ту древнюю практически конференцию. И вот как будет? И надежда, и может быть. Но после конференции они поменялись. Помните, как мы с вами поменялись? У нас просто плечи распрямились. Мы точно увидели, это будет. И каждый захотел. Боже, а что было через 2 месяца? Мама мия. Помните? Помните, эти первые, сначала десятки, сотни премий для золотых директоров. И когда они выходили на сцену и выносили эту премию, люди в зале, которые подумали, ну, может, я посмотрю на вас, не сейчас. Они думали, боже, а что же я? А что же я? И вот эти вот премии золотых, изумрудных, бриллиантовых директоров. А первые Мерседесы. А помните, что было на весенней волне? Вы помните, как вы искали залы, чтобы вместилось? Какие 300, какие 500? Люди пошли просто волной. Мы с вами подняли эту волну. Мы с вами. И кто-то просто поверил, кто-то здорово разобрался. И тот, кто посомневался, подумал, нельзя, Боже, я потратил время. Что же я отстаю? И уже на весенней волне, Боже, Боже, сколько же было этих премий, сколько было людей. Прошло 10 лет. Реальность намного превзошла наши ожидания.
Вы знаете, сегодня «Коралловый мир» — это не только любимые клиенты, практически родственники «Мерседеса», как сказал Саша. Это не только корабли и самолеты. Вот я счастлива, что я сегодня выступаю по Coral TV 2025 года. Знаете почему? Ну, здорово чувствовать себя королевой. Потому что, чтобы попасть к нам, в нашу программу, чтобы сказать несколько слов, чтобы весь мир узнал, звезды, телевидение, эстрады, великие киноартисты борются за право попасть на Coral TV. И самое большое счастье. Я помню в самом начале, 25 лет назад, когда я первый раз поехала в Канаду, и там на сцене награждали первых мастеров. Я помню, сидела в конце зала и думала, я хочу 100. 100 корон, не себе, вот чтобы было 100 человек с коронами Кораллового клуба. Боже, какие маленькие мечты. Боже, какие маленькие мечты. Оказалось, что жизнь гораздо лучше, круче, и с Коралловым клубом возможно. Я думаю, как же себя чувствуют те самые участники истории, которые в 2015 году приняли решение, рванули вперед, как изменилась их жизнь. Их семья счастлива, потому что никогда не бывает слова «не могу», «нельзя», «не получится». Их дети уважают их, гордятся ими. Их родители счастливы, потому что уверены, их дети твердо стоят на ногах. Они выбрали лучшую дорогу, лучшую компанию. И огромное количество людей, которые звонит, благодарит, присылает письма и подарки. Когда-то в 2015 году я насчитала 20 тысяч семей с хроническим бесплодием от 2 до 20 лет, где появились абсолютно здоровые дети благодаря нашей компании. Сегодня нет страны, где бы эта новость не звучала. Каждый день будут рождаться, каждый день. И сегодня, и в будущем будут рождаться здоровые. Здоровые дети, благодаря тому, что эта культура, которую мы несем каждый день, стала повседневной. Как говорил Алексей, сначала смеялись, потом сопротивлялись, потом согласились, а теперь это очевидность для всех. Коралловый клуб – это надежно. Нам доверяют на всех континентах мира. Коралловый клуб – это стильно. И стремятся быть с нами люди на всех континентах мира. Коралловый клуб – это большая честь попасть в эту компанию, стать лидером этой компании и представлять ее. Я думаю, какое счастье испытывают все те, кто были едва директорами в 2015 году, когда слышат: «Господи, спасибо, что ты не прошел мимо. Спасибо, что ты заметил меня. Спасибо, что ты был настойчив. Спасибо, что ты был понятен. Спасибо, что ты так светился, что я вцепился в тебя и пошел за тобой. Если бы, не дай Бог, ты на меня не обратил внимания. Боже, как... что бы было с моей жизнью? Спасибо тебе. Ты изменил мою жизнь, изменил жизнь моей семьи, изменил жизнь огромного количества людей. И сегодня я, как и ты, на будущее десятилетие буду двигаться дальше, дальше и нести это счастье, быть свободным человеком. Потому что, встречаясь с коралловцами, люди говорят: да, вы другие, вы не просто думаете, вы думаете иначе. Да, вы другие, вы не просто действуете, вы действуете сегодня, сейчас. Just do it, просто делайте это, каждый день,
каждый день открываете мир великих возможностей огромному количеству людей. Знаете, великое счастье осознавать, что от тебя зависит. Ты можешь поменять мир своими руками, руками других людей, мыслями, идеями, убежденностью, радостью. И сегодня, в 2025 году, все вместе мы празднуем великий праздник, победу жажды свободы над страхом новых открытий. Мы делаем мир не просто лучше. Мы даем людям надежду, а еще шанс понять, что мы рождены свободными, мы рождены для всего мира, и мир этот для нас, потому что мы объездили массу стран. Вы знаете, я думаю, что сегодня, вот в 2025 году, та компания Coral Travel, которая организована собственным коралловым клубом, она работает бесперебойно и практически круглосуточно, потому что люди из Америки едут в Россию, люди из России едут в Бразилию. А вот эта замечательная традиция, она мне очень нравится, потому что это была моя мечта 20-летней давности. Каждый новый мастер не только участвует в программе «Мерседес», «Автобонус», у нас традиция посвящения новых мастеров отмечается на бразильском карнавале. Потому что на всех не хватает трибун. И эта сумасшедшая энергия бразильского карнавала передается людям дальше и дальше. Все лучшее, что есть в мире, вся энергия, вся мудрость, весь стиль в коралловом клубе. Я вас поздравляю с нашей десятилетней годовщиной. И какой там, извините меня, миллиард. Мы уже прошли эту цифру. Уже не первый.